Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную шапочку котика. Шапочку можно связать как для мальчика, так и для девочки. В данном видео я вам покажу, как связать шапочку на мальчика 4 лет. Обхват головы приблизительно 53 сантиметра. Может немножечко, так сказать, можно на меньше немного обхват, то есть 52. Можно немножечко больше. В принципе, она сядет. Единственное, что учитывайте, что если вы хотите более свободную, то, конечно же, вяжите немножечко больше размером, либо, соответственно, как бы учитываете свои размеры. Она, как вы видите, с ушками на шнурочке. Шнурочки, как делать, я не показывала видео, оставлю вам ссылочку в описании. А как прикреплять, уже покажу непосредственно видео. В общем, если вы украсите, так сказать, ее цветочками, подойдет она для девочки. Также учитывайте основной цвет пряжи. У меня голубой, вы можете взять, допустим, розовый для девочки, персиковый. В общем, какой посчитаете нужным. Если вам понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Для вязания вам понадобится пряжа. В качестве основного цвета я взяла голубой фирмы Alize Lana Gold, 240 метров 100 граммах. Она полушерстяная, очень нежная, мягкая, замечательная, подходит к шапочке, шарфику, замечательно. В качестве дополнительного цвета для основы глазок я взяла белый цвет. Использовала Alize Lana Gold Fine, то есть она в 2 раза тоньше практически. И также Alize Lana Gold Fine черного цвета для зрачков и вышивания, ротика, усиков. И для цвета глаз я взяла остатки зеленой пряжи. Вы, если берете, допустим, за основной цвет не голубой, можете взять, в принципе, любой цвет, какой вам нужно. Если для девочки вяжете, то, соответственно, берете розовый, персиковый, беленький, беженький. В общем, какой считаете нужным. Можете взять зелененький, в общем, какой у вас будет цветом котик, серенький. Также цвет глаз можете взять, в принципе, любой. Посмотрите, который наиболее гармоничный под ваш цвет шапочки будет. И, конечно же, крючки. Крючки я взяла под основную пряжу номер 4. И под дополнительный цвет где-то 1,7 у меня крючок, до 2. Также понадобятся ножнички для обрезания кончиков и заправки. В общем, я вам советую все-таки для глазок брать тоньше пряжу, чем основную. Почему? Потому что вы будете ее пришивать, если будет, так сказать, одного типа пряжи, одной толщины, то будет смотреться гораздо грубее, чем более тонкая пряжа. Поэтому для более тонкой советую вам использовать какие-нибудь, может, у вас остаточки. И для более тонкой брать более тонкий крючок. Для основной пряжи брать крючок потолще. Итак, в общем, конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Начнем мы вязание с круга амигуруми. Сначала мы начинаем с кольца. Делаем кольцо амигуруми и закрепляем его. В него набираем 6 столбиков без накида. Один столбик, кольцо, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем петельку, стягиваем наше колечко. Во втором ряду будем делать в каждую петелечку по прибавке, то есть по 2 столбика без накида. Первую петельку, первый столбик, сюда же второй столбик. Во вторую петельку, первый столбик, сюда же второй. В третью, первый столбик, сюда же второй. В четвертую также по 2 столбика. Пятую и последнюю прибавочку делаем в шестую петельку. Третий ряд будем чередовать. Столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Итак, первая петелька столбик, вторая 2 столбика, третья столбик, четвертая 2 столбика, пятая столбик, шестая 2 столбика, то есть прибавка. Седьмая столбик, восьмая прибавка. Девятая столбик,
десятая прибавка. И последний раз. Одиннадцатая столбик, двенадцатая прибавка. В конце третьего ряда у нас 12 столбиков уже провязано с прибавками. Теперь мы будем чередовать. Я вам советую взять кусочек ниточки другого цвета и поставить начало ряда. Вот так вот. Таким образом отметим, так сказать, нашим условным маркером. Если же у вас есть обычный маркер пластиковый, можете им заменить ниточку. Но, честно говоря, мне маркер не очень удобно, его постоянно нужно переодевать. Поэтому ниточка мне гораздо удобнее. Теперь чередуем 2 столбика без накида в каждую петелечку по столбику. И в третью делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик. И в третьей прибавка. 2 столбика без накида. И снова повторяем столбик, столбик, прибавка. Столбик, столбик, прибавка. И так до конца ряда. Довязали до конца, переносим наш так называемый маркер ниточку в начало ряда. И снова будем делать прибавление, 6 прибавлений в ряду. Будем чередовать 3 столбика без накида подряд, в четвертый делать прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, первый столбик, второй столбик, третий столбик. И в четвертый делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. Первый столбик и сюда же второй. И так до конца ряда провязываем. Первый, второй, третий столбик. В четвертый делаем прибавление. Довязали до конца ряда и снова ставим маркер в начало ряда. Теперь в этом ряду мы, как всегда, прибавляем по 6, так сказать, петелечек. Поэтому чередуем 4 столбика без накида подряд провязываем по столбику. И в пятое делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь снова начинаем 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик и 4. В пятый делаем 2 столбика без накида, 1 столбик и сюда же 2. И снова начинаем 1, 2, 3, 4 столбика в пятый прибавление. Так до конца ряда. Довязали до конца ряда, ставим маркер в начало ряда. И снова делаем прибавление. Провязываем 5 столбиков без накида по столбику в каждую петелечку. И в шестую делаем прибавление по 2 столбика без накида в одну петелечку. Вот я довязала 5 столбик. Делаю прибавление 2 столбика без накида. И снова 1 столбик, 2, 3, 4 и 5. Шестой делаю. Шестой столбик и сюда же делаю седьмой столбик. И снова продолжаем. Один столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Шестой делаем прибавление. И так провязываем до конца ряда. Снова довязали до конца ряда. Маркер наш в начало ряда. И делаем очередную прибавку. Провязываем 6 столбиков без накида подряд в каждую петельку по столбику. И в седьмую делаем прибавление. 2 столбика снова без накида в одну петелечку. И довязываю я вот 6 столбик и делаю прибавку. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5 и 6. И теперь делаю прибавление. 2 столбика без накида в седьмую петелечку. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Прибавочку. 7, 8. Провязываю 2 столбика в одну петлю, в седьмую, седьмой и восьмой столбик, так сказать, без накида. Как вы заметили, в каждом ряду мы с вами прибавляем по 6 петелечек. То есть вот как, если вы обратите внимание на узор, который получается у вас в кружочке, так сказать, в круге, вот делится у нас вот одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Таким образом, вы в каждом ряду будете
провязывать. Вот мы провязывали сначала, чередовали столбик без накида прибавка, затем во втором ряду 2 столбика без накида прибавка, затем 3 столбика без накида прибавка, 4 столбика прибавка, 5 столбиков прибавка. Сейчас мы провязали с вами 6 столбиков прибавка. Затем будет 7 столбиков прибавка, 8 столбиков прибавка, 9 столбиков прибавка, 10 и так далее. Таким образом, нам нужно провязать прибавление до 13 столбиков прибавка. То есть в каждом начале ряда вы ставите вот эту ниточку, так сказать, наш маркер, который отмечает начало ряда. И таким образом прибавляем в каждом ряду по 6 петелечек, чередуя сейчас 6, затем 7 и так далее. В общем, до 12 столбиков прибавка. Таким образом мы сделали прибавки до 14 ряда. 15 ряд мы будем провязывать просто каждую петельку по столбику без накида. То есть начинаем провязывать с первой петельки по последнюю по столбику без накида. Довязали до конца ряда, отмечаем начало 16 ряда. В 16 ряду мы будем делать прибавление, чередуя 13 столбиков без накида, 14 делать прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, 2 столбика, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 14 провязываем 2 столбика без накида в одну петельку. И снова начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И делаем снова прибавление. Так до конца ряда делаем снова прибавление. Довязали ряд с прибавками до конца. И теперь следующий ряд провязываем просто в каждую петелечку по столбику без накида. То есть без изменения, без прибавления. Просто по столбику без накида в каждую петелечку до конца ряда. 18 ряд. Снова отмечаем начало ряда ниточкой. И последний ряд наш с прибавлениями. Сейчас провязываем 14 столбиков без накида по столбику в каждую петелечку подряд. И затем в 15 петельку провязываем 2 столбика без накида в одну петельку прибавочку. Итак, провязываем 14 столбиков подряд без накида. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И последние 2, 13 и 14. 15 столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. И снова начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 15 провязываем 2 столбика без накида, то бишь прибавочку. И так до конца ряда. Начиная с 19 ряда, провязываем в каждую петельку по столбику без накида. Таким образом, мы провязали сейчас с вами дно шапочки, затем сделали плавное, так сказать, плавный переход к стеночкам, и сейчас набираем высоту шапочки. Я буду провязывать высоту приблизительно 21 сантиметр. Если же вы хотите более, так сказать, не глубокую шапочку, а более коротенькую, то провязывайте соответственно короче, чем 20 сантиметров, например, сантиметров 18 и так далее. В общем, на ваше усмотрение. Вы, если меряете на ребеночка, вяжете, то есть на определенный какой-то размерчик, то желательно, конечно же, мерять и вязать уже непосредственно по размерам головы ребенка. Если же вы вяжете на подарок, то я вам советую немножечко поглубже, потому что не всегда, так сказать, глубина шапочки соответствует стандартным размерам, которые указаны в компьютере. В интернете. Итак, в общем, провязываем в каждую петелечку по столбику до нужной нам высоты. Высоту я буду мерять от макушки, от кольца амигуруми до размера, который мне нужен. То
То есть мне нужен 21 сантиметр. Вот я буду от макушки измерять сантиметром либо линеечкой 21 сантиметр в глубину. Вот, как вы видите, я довязала высоту шапочки. У меня 20,5 сантиметров провязано. И я оставила пол сантиметра для того, чтобы потом обвязать ее, когда сделаем ушки. И теперь, после того, как довязали высоту, делаем соединительный столбик в последнюю петельку. И теперь отсчитываем от соединительного столбика 10 петелек. В 11-ю вот так вот берем, вставляем кусочек ниточки, либо вешаем маркер. Отсчитываем от вот этой петли, не в счет она, так сказать, с веревочкой, которая у меня. Отсчитываете 18, в 19-ю вставляете вторую ниточку, либо маркер. Теперь снова отсчитываете ее, не считая петельку эту. Отсчитываете 18, 19-ю ставите снова маркер. Снова не считая ее, 18 отсчитываете, в 19-ю ставите маркер. И точно так же здесь отсчитываете 18, 19-ю ставите маркер. Те петельки, где у нас стоят маркеры, не считаются. То есть между ними должно быть по 18 петелек. И здесь у нас точно так же остается ровное количество. Таким образом, мы поделили шапочку на ровных 5 частей. То есть 1, 2, 3, 4 и 5 часть. Для чего я отметила, так сказать, все части черными ниточками, а вот эту именно желтую я отметила как бы серединку. То есть вот она задняя наша часть, где мы закончили вязание. И ровно от нее, если сложить пополам, вот я отметила желтую. Эту ниточку можете уже вытащить. Она нам больше не нужна. Таким образом, мы поделили на 5 частей, отметили, где у нас будут располагаться ушки. То есть вот, как вы видите, задняя часть, передняя часть мы вытащили ниточку. Почему мы ее вытащили? Так как в передней части мы ничего не провязываем. А вот они остались у нас две части по 18 петелек и плюс 2 у нас с ниточками, то есть 20 петелек. Вот тут у нас и будут располагаться ушки. И, конечно же, до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязать нашу шапочку.